Я вот цокольный этаж, вот какой-то детский центр поставлю. Нет, Золотой, мы уже не, говорим. Вы что-то о детях говорите и сами противоречите. Мы о детях говорим, но нам надо, чтобы вы закончится стройка, мы вас не увидим. Конечно. Это никогда не было, чтобы никогда говорит одно, делается другое. Это мы уже говорить нам не надо. Вы единого яйца не стоит. Да. Вот смотрите. Вот. Вы забудете о своих словах. Не, вот, она не будет никогда. Потому что даже в плане строительства этого здания нет отчетной. Нет, вот это, смотрите. Смотрите. Мне деться, что не прийти? Я здание построю, вы же зовете же. Лучше пораньше договориться. Вон, женщина с коляской по песку идут, а машина по тротуару. Вот куда нам пройти-то? Смотрите, ну, как там, пройти, как проехать? Не надо все черный видеть. Давайте так сделаем. Только черным. По вашему, только черным. Я не знаю, вот русская мне подходила. Вот. Лера, да, какой? Я не знаю, как ее звали. Она не знает, что вот она мне сказала, если, говорит, там какой-то вот детский этот, давайте вот нас, это, скажем, как бы неофициально собрал. Я еще вот соберу вас, я еще рекламу дам. Сакимата будет, ССПК будет представители, да? Я юриста позову, пусть по списку сделают, поставят. Реклама нет. Нас? Да. Нет, не реклама, это как бы по закону. Вы дадите, пожалуйста, дайте мне закончить. Мы тут живем, да. В вот. Вот теперь, что вот там, какой-то вот детский размер. Цокольный этаж, я давайте устрою там тут для детей. Нет, миллионы 7 копеек, чтобы стирать потом с родителями. Вы ваши предложения, я говорю вам на встречу. Вы теперь прям так стоите вот. Нет, машины будут все равно. Вы же и так все равно своих детей на развивайку куда-то будете же, правильно? На танцы, зачем вы будете уходить в ваш цокольный этаж и еще и платить от вас? Ваше же предложение было. От ваших соседей было. Дети у нас тоже разные. У нас, понимаете,